«Обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад», – писал Александр Пушкин. Впрочем, и в наши дни слова классика очень актуальны. Похоже, что народ Казахстана сам с радостью позволяет себя надувать. Нурсултан Абишевич в этом вопросе мастер-виртуоз. Так реагировали люди на неожиданную девальвацию тенге. В одночасье казахстанцы обеднели на 20%. Елбасы так заигрался в своем уже давно мнимом служении народу, что от блеска награбленного семьей лучезарного Нурсултана можно ослепнуть. Воровство правящей верхушки стало притчей в языцах. Теперь все, о чем беспокоится миллиардер-диктатор, не потерять власть на старости лет, а вместе с ней и приумноженные с годами капиталы. Это политика президента 20 лет. Подавление свободы, подавление справедливости. Регион, который дает основную долю сегодня доходов, прибыли в бюджет страны, западной, нефтяной. Отъедьте от Актау, отъедьте от Атырау, вы увидите, что люди живут в 18-19 веке. Нету воды, нету газа, нету канализации, ничего нету. А воспетый в художественных и документальных фильмах, увековеченный в бронзе при жизни, самопровозглашенный лидер нации и впрямь, кажется, вознесся до небес, и до простого народу ему нет дела. Назарбаева тревожит, пожалуй, лишь его репутация в глазах глав иностранных государств. И они видят эту несправедливость. Это социальная политика государства, это массовая безработица. Вот эти проблемы нужно решать президенту. Но он не собирается их решать. Ему легче сказать, а это с Запада кто-то деньги дал и по 20 тысяч тенге заплатил. Экономика Казахстана в упадке. Разбазаривание ресурсов и присвоение доходам кланам Назарбаева – вот экономический курс развития республики. Иначе быть не может, потому что богатая нация уже 20 лет в руках жадного собственника. Но признавать ошибки не удел царей. Ну, последние 7 лет банковский сектор у нас кувыркается, как известно. Промышленность направляется только 12%. Доступное жилье мы всем пропагандировали, сказали всем, и оно вызывает нарекания вместо радости. Что происходит с народом Казахстана? Почему молчат? Ответ до нелепости прост. Руки свободного казаха давно связаны. Мыслить позволяется только однобоко. Говорить шепотом, а лучше и вовсе помалкивать. Попробуй только пикнуть против непререкаемому диктаторскому режиму, как незамедлительно последует отрезвляющая репрессия. Мы первое место занимаем в смертности в сердечно-сосудистым заболеваниям, второе место по дорожно-транспортным происшествиям. Вот вам современный Казахстан.